Если муромские архивариусы уже отметили столетие своего дела, то все, кто сохранил в памяти славные дела комсомола, а в душе комсомольский задор, готовятся отпраздновать столетний юбилей со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. В администрации округа прошло заседание оргкомитета, на котором обсудили все нюансы подготовки и проведения предстоящего знакового для истории страны события. Главное действие развернется на сцене ДК «Тысячестолетия Мурома». 26 октября в 17 часов для почетных гостей активистов комсомольского движения прошлых лет будут подготовлены фотозоны, выставки и инсталляции, а также театрализованная концертная программа, отражающая славные исторические вехи в ЛКСМ. Кроме того, ветераны-комсомольцы будут отмечены памятными знаками и почетными грамотами. А представители Муромского отделения КПРФ, сохраняя преемственность поколений, планируют принять в ряды в ЛКСМ новых членов. Во время концерта всем зрителям предложат спеть хором известные в прошлом комсомольские песни. Вход на концерт бесплатный по пригласительным билетам. Это целая эпоха людей, которые, ну, наверное, самые активные и старались что-то добиться в жизни. И администрация округа Муром проводит мероприятия, посвященные чествованию этих людей. Мы соберем актив комсомольцев. Те, кто захотят, придут. Мы, конечно, поздравим со сцены, поблагодарим особо активных. Потому что это люди, которые, ну, строили наш город, строили нашу жизнь и до сих пор работают. И я думаю, что это одно из такой, самых активных слоев населения. Нам бы хотелось, чтобы и сейчас работали такие же комсомольцы, как в то время. Поэтому необходимо почествовать их, назовем так, ребят, потому что мы сами являлись комсомольцами.